пальца, он может войти в историю. И вот это их движет, то есть они горятся. Дали обратную связь, показали, что надо исправить. Человек пошел исправил, в следующий раз приехал. Мы продаем им бренд. Они члены федерации, они члены международной федерации, а они уже продают это своим клиентам. Я искренне верю в то, что вот этот курс, он не пройдет для вас даром, и вы действительно будете использовать те механизмы, инструменты, которыми вы научились. Конечно же, мы надеемся от вас получить для нас бенефит в том, что вы станете более самостоятельными. Мы не будем останавливаться на только одном курсе. Мы чувствуем актуальность в этом вопросе, и следующий курс посвящен менеджменту, то есть управлению ваших федераций. Давайте перейдем к награждению. Это развитие непосредственно своего вида спорта в Харькове, сделать его полезным для детей, для общества. Мне очень была интересна тема бренда организации, бренда спортивной организации, федерации или спортивной школы. Появились новые мысли, появились какие-то новые знания. Такие курсы очень полезны для любого, скажем так, руководителя, тренера или менеджера федерации. Больше всего мне понравилась тема бренд-кода, как сделать бренд, как вывести его на новый уровень. Основной мотив этого курса было получить новые интересные знания и применять их на деле. Мы начали внедрять все новшества, которые нам предлагали. Мы начали разрабатывать новые стратегии по привлечению клиента, по улучшению нашей инфраструктуры, ну и по развитию спорта в целом. Я думаю, мы на ближайшем нашем конгрессе судейском и тренерском проведем анализ мной полученных знаний, и я предложу коллегам поучаствовать в следующих мероприятиях под эгидой Харьковской спортакадемии. Хотелось бы услышать тему, которая немаловажная, это финансовая отчетность для федерации. У меня появилась четкая цель проработать стратегию, стратегический план на ближайшие 3 года. Очень было интересно в social media, да, продвижение в соцсетях, как это делается. Мы все это делаем по наитию, а на самом деле есть технологии, есть методики, которые можно использовать, и нас вот с этим ознакомили, нас этому научили здесь. Мы усвоили важность бренда. Усвоили важность коммуникации с клиентами, усвоили важность партнерства, которых мы вообще не рассматриваем. Мне как специалисту по ивент-маркетингу и социальным медиа был такой очень интересный вызов объяснить достаточно сложные моменты технические и объяснить это все на практике для людей, которые, в принципе, редко сталкивались с внутренними настройками рекламы. Приятно осознавать, что спустя 2 месяца после обучения уже есть первые результаты, и я думаю, что начало положено. Я очень рад такой возможности быть ментором, быть участником. Я считаю, что Харьков – это спортивный город. Спорт – неотъемлемая часть современной жизни, поэтому для меня было честью и определенным челленджем сделать и подготовить этот курс вместе с моими партнерами. Сделали удачно, успешно и еще больше прокачали скиллы наших участников. Теперь мы ждем от них внедрения. Спорт – это жизнь, и Харьков – это спортивный город.